Сколько у тебя тыкв, Жозе? Опять готовишь сладости? А знаешь, это неплохая идея, но нет, сегодня Хэллоуин, поэтому я буду вырезать головы из тыкв. А разве ты их не боишься? Нет, конечно же, я их не боюсь, они не настоящие. Ну хорошо, это будет весело. Но сначала нам нужно украсить дом. Я хочу сделать дом очень пугающим. Жозе, а это что? Жвачки в форме глаза. Очень вкусные. Ам? Ам? По-моему, чего-то не хватает. Чего же? Призрака из простыни. Я ничего не вижу! Жозе, осторожней! Хорошо, что ты не поранился. Лучше я уже начну резать эти тыквы. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Та-дам! Смотри, похож на тебя. Чего? На меня? Перестань, я намного красивее. Погоди, я сделаю их много. Наконец-то! Это последнее. Черт возьми! Это же просто вылитая ведьма! А мой дом выглядит так пугающе! Ага, так ты боишься? Нет, перестань! Я просто устал, я перетрудился. Пойду спать. Доброй ночи! Я голоден. Пойду-ка выпью молока. Это что еще за шум? Ведьма из тыквы! Жозе, что это? О нет! Она съела мой йогурт! Спокойно, Жозе. Я все улажу. Эй, ведьма из тыквы, смотри, что у меня. О нет, последнее яблоко. Так тебе, вот ты и попалась, ведьма из тыквы. Ла-ла-ла-ла-ла. Жозе, посмотри на них. Что это? Не может быть! Они съедят всю мою еду! Жозе! Жозе! Проснись же! Все хорошо. Это был кошмар. Это неправда, а твое воображение. Ура! Я рад, что ведьмы из тыкв не настоящие. Ура! Настал Хэллоуин! День сладостей! И шалостей! Сегодня я буду пугать кролика Оби. Он очень испугается. Ух ты! Ты очень страшный, Жозе. Этот Хэллоуин пройдет очень интересно.
Он всегда пугает меня первым. Это метла ведьмы. Придумал. Я готов. Теперь я похож на настоящую ведьму. Сейчас обе очень испугаются. Не знаю, Жозе. Ведь ведьмы умеют летать. Летать? Спокойно, у меня есть план. Итак, мой план таков. Ты постучишься к Оби, а затем спрячешься. Оби выйдет, а я пролечу. Он упадет в обморок от страха. Жозе, думаешь, получится? Конечно! Промахов не будет. Во имя Хэллоуина, полетели! С веревкой точно получится. Сейчас я напугаю Оби. Ты уверен, Жозе? Мы можем отказаться от плана. Отказаться? Нет. Он напугал меня первым. Полетели! Оби! Это я, ведьма! Лечу за тобой! В этот раз план сработает. Будет круто. Мы устроим взрыв. Будь осторожен. Жозе, смотри. Кролик Оби, ты не хочешь со мной прокатиться? Сладости легадок!